Надеемся, что сумеем вас заинтересовать, и вы поставите нам лайк за наши усилия. Перит уверен, что Назлы что-то скрывает, и он сделает все, что в его руках, чтобы выяснить тайну, которая отдаляет от него его любимую женщину. Назлы еще на один шаг приблизилась к своей мечте, когда она с энтузиазмом готовилась к ресторану. Из-за неожиданных событий ее планы пойдут на смарку. Им с Феритом понадобилось уехать из Стамбула, и это возводит их отношения на совершенно другой уровень. Поведение Назлы по отношению к Фериту воодушевляет Дениза. А Аля готова использовать свои козыри против этого сближения. На этом описание 11-й серии сериала «Полнолуние» окончено. Будьте так добры и поставьте лайк или комментарий.